Ник, ты не поверишь, что я нашел на чердаке? Старый фотоаппарат! У него корпус из настоящего дуба, столетняя линза, целых три колеса для мобильности и ламповая вспышка. Ну разве не здорово? Ага, здорово. Пойду маме расскажу. И давайте вместе сфотографируемся. А где фотография? Мне кажется, я моргнул. У этой модификации не предусмотрена моментальная печать фотографий. Какая крошечная селфи-камера! Да, какая-то неубедительная. А где фильтры? Я не понимаю. Ник, тебе не кажется, что он слишком большой? Ребята, кажется, тут и Wi-Fi нет. Ник, и что в этой вещи такого особенного? Возраст. Ай! Да, тут явно нужен ремонт. Сделаем из этого старого фотоаппарата ультрасовременный. Да! Ага, и удобный. Мегатон, Турбо, отнесите фотоаппарат во двор. И смотрите, не шумите, а то сюрприз испортите. Да, вот это беспорядок. Ник, ты не поверишь. Ой-ой-ой, ребята, скорее. Что я еще и узнал? Этот фотоаппарат собирал твой прапрапрадедушка Василий. Мой многопрадедушка тоже был изобретателем? Да, и очень интересным. Твой прапрапрадедушка постоянно что-то мастерил. Но фотоаппарат – особенная вещь. Он собрал его специально для одной девушки – Татьяны, чтобы покорить ее творческое сердце. И у него получилось. Как мило. Да, это не просто занятный старый фотоаппарат, а наша семейная реликвия. А, кстати, где она? Во дворе? Там свет лучше. Я первый. Ну-ка. Все готово. Все пропало. Задержите маму и папу, а мне нужно срочно вернуть все, как было. Вернуть? А зачем? Некогда объяснять. Идите. Турбо? Мегатон? Что-то случилось? О, а я выбираю позу для фото! Вот так и красивой! Да, Турбо, ты просто очарователен. А вот так! А так! А вот так! А так красивой! А если вот так? Давайте в кадре посмотрим, какая поза лучше. А теперь стихи! А может быть, я вам еще и песенку спою? Ух, ну наконец-то пришли! Давайте же фотографироваться! Ник, тебе не жалко было обратно возвращать старый фотоаппарат? После ремонта он был такой... технологичный. Да, этот фотоаппарат просто нечто. У него такая история. Все говорим, сыр, сейчас вылетит птиц. Узнаю дедушку. Хочешь узнать, какие еще приключения ждут Ника и его роботов? Скорее подпишись на наш канал, чтобы не пропустить новые серии.